Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Турист Бац Симулятор на канале, продолжаем. Находимся в офисе, блин, смотри, короче. У меня была запланированная поездка большая, но эту поездку мы проезжали в прошлом ролике, этот маршрут. Вот, поэтому, короче, я ее проехал за кадром. Чтоб тебя не грузить, короче, поездками бессмысленными. Вот, теперь смотри дальше. Я отремонтировал, короче, автобусы, но для того, чтобы их отремонтировать, мне... Так, сейчас, чтобы понагляднее тебе было. Мне пришлось, короче, заказы вот отсюда все поубирать. Помнишь, у нас тут были постоянные, короче, у нас водила там этот самый первый, которого мы наняли. Он, короче, их выполнял. Я их отсюда поудалял. Но я-то думал, они здесь появятся. А они здесь нифига не появились, короче. Ну, либо, может, они и есть, но они опять стали без лицензии, короче. И непостоянные. Поэтому. У нас есть теперь текущие заказы. У нас есть новый водитель. Я его тоже нанял. И у нас вот запланированные поездки. Но здесь... У нас есть такие моменты, что там где-то 6 пассажиров, там еще там что-то кого-то. В общем, вот такие. Смотри. У нас 5.07. Вот здесь у меня 6. 6, тут 7. 6 у меня рейс. Это не мой. Вот он мой рейс. Это 8. Офигенно длинный рейс. Это 8, да? А здесь 7. А на каком автобусе? На В-906. Соответственно. Мы сейчас его заберем. У нас, по-моему, вот этот водитель ездит на 40-м. Этот вообще пока никуда не назначен. В общем, 906 нам надо сейчас забрать. Так, он у нас должен был появиться. Блин, что в окно не увидим? Да, вон он у нас стоит. И тогда идем в календарь и мотаем до назначенного. Назначение, короче. Какой-то вот этот, что такое доступный объем данных из расходов, я не знаю. Эти 2 дня у нас были пустые, я водителей снимал. Нанял, значит, механика. Нанял механика и нанял гида, но пока все равно мне не дает планировать экскурсии. Не дает мне планировать экскурсии. Не знаю, может быть, пока уровень. Ну вот видишь, планирование экскурсии, экскурсионные туры недоступно. Вот, есть вот эти, но это обычные, и есть услуги челночные, короче. Так, 10.00 у нас. У нас поездочка. Ну и, собственно. Пока на этом покатаем. Кстати, автобус я еще не перекрасил, но... Ну, давай чуть попозже этим займусь. Так, чутка попозже.
А что, нам маршрут-то проложат или там что, да? Все, мы едем по маршруту. Короче, покатаемся. Сегодня у нас задача покататься, покатать маршрутики. В основном мы будем катать на вот этом транспортном средстве. Вот, ну и... На Мане, на новом тоже будет поездка. Я не знаю, успеем ли мы сегодня. Это-то у нас короткая, поэтому мы должны успеть. А следующая как раз таки вроде как на Мане. Ну, не уверен точно. Блин, слушай, я вчера на этом Мане покатался. Ну, я тебе так скажу. По межгороду. Блин, нормальный аппарат. Хорошо идет, все вроде нормально. Но как только ты заезжаешь в какие-нибудь города, где узкие дорожки... Блин, начинается. Подожди, а мне куда? Начинается беда. Так, ну да, мы отсюда уходим. Правильно, я еду. Ладно, если встречки нету, там при повороте, допустим, да, чтобы тебе вывернуть нормально. Но если там какая-нибудь встречка встала, блин. Я его вчера даже побил немножко. Не сильно, но тем не менее ремонтировать пришлось. Новый автобус после одного рейса. Ну, честно признаюсь, так как катался не на запись, то особой аккуратности поездки не было. Вот, гнал, как говорится, как черт. Ну а так, ничего больше я не открывал, домов новых я не покупал, обстановку в своей квартире я не делал. Смотри, что делает урод, да? Эй, придурок! Надо забрать, да? Блин, нифига нам ехать. Ну и, блин, вот хотелось бы еще разработчикам, как бы, в плане вот графики. Ну, блин, пересвечена картинка. А еще у тебя там она, скорее всего, пересечена. Давай я фильтр уберу сейчас. Сделал я. Тебе тоже потемнее, точнее не то что потемнее, я сделал, ну как бы оригинал, вот как у меня захватывается изображение с монитора, также и у тебя. На другие игры я немного высветляю, потому что ну как бы когда, ну темное же должно быть темным, ты же это тоже прекрасно понимаешь, да? Вот. У меня, возможно, как бы у меня монитор настроен. Я очень долгое время провел за его настройкой, блин. Подбирал там идеальную картинку туда-сюда. По яркости, контрастности и так далее и тому подобное. Вот. Но, как я понял потом на роликах, ты видишь темнее, чем я. Соответственно, я тебе ее высветляю немножко.
чтобы ты тоже как бы в темных местах, ну, нормально видел. Так же, как я это вижу у себя на мониторе. Но здесь, блин, вообще вот засвечено так, что я думаю, что высветлять здесь вообще смысла нету. Тут и ночь будет у тебя нормально, ну и хотя бы днем, да, ты не будешь видеть. Ну, хотя все равно даже у меня на мониторе она белая. Ну, в смысле не то, что белая, но засвеченная картиночка. Я пытался в игре поиграться, ну вот в самой игре в настройках. Яркость, контрастность. Но не помогает. Дорога-то нормально вроде бы все, а вот небо, конечно, блин. Очень контрастно настроено. Ну ладно, все это как бы лирика, скажем так. Хотя, конечно, можно попробовать. А тут, по-моему, даже контрастности-то нет. По-моему, только гамма, блин, что ли? Нет, есть контрастность. А контрастность у меня до конца убавлена. Гамму на 1,8, даже, ну, может, на 1,7 сделать. Ну и получилось, что чё, все равно небо-то, видишь, идет пересвеченное. А в машине теперь внутри ты даже панель не видишь. Давай вернем обратно. Сколько было-то? 1,9. Фига. Ну, короче, вот, блять, вот такая вот картинка. Ладно. Играем, короче, сейчас будем настраивать, сидеть. Сам не люблю, как бы, это смотреть стримы, ролики, где авторы производят эти вот настройки. Блин, так думаешь, ну ты, блин, вообще готовился к тому, что ты будешь записывать там, либо стрим проводить. Ну, сделай ты это все до, чтобы потом не отвлекаться. Ну, видишь, иногда есть вот такие моменты. Ну, хочется же, чтобы лучше было. Вот, так что за настройки, сори, блин, все, к настройкам не возвращаемся, катаемся, проходим игру дальше. Тут на острове пока что. Нам дают такие маршруты, что мы фактически-то ездим в одном и том же направлении по одним и тем же местам. Вот, здесь есть интересные места. И один из маршрутов, я не знаю, поедем мы сегодня, нет, именно в эти места пойдет. Там горные перевалы, короче, там серпантинчик. Возможно, поедем. А может и нет. Может, в следующий раз там. Я сейчас не помню, какой там это маршрут. Может, это я даже этот маршрут, ну хотя мы, по-моему, мы, да не по-моему, в другую сторону движемся, противоположно нам. Надо, по идее, на юго-запад. А мы же сейчас с тобой движемся куда? Ну да, мы с тобой едем на север. Так, ну смотри, здесь есть замок. У нас еще гостиница есть. Так, ну ладно. Будем, конечно же, возьмем. Вот у меня 5 из 20 отелей. Отели — это те места, куда бы я бы мог, скажем так, предлагать туры свои.
Так, а где здесь контейнер? Ты видишь контейнер? Я не вижу контейнер. Хотя мы ходим где-то возле него, да? Вон он, блин. Так, а если я туда упаду? Я же хрен оттуда потом выберусь. Ладно, это все на потом я оставлю. Так, и еще. Давай тогда смотреть карту. У меня же здесь мест быстрого перемещения как раз таки нету. А я бы хотел, чтобы оно у меня здесь было. Отлично. С контейнерами потом. Да блин, я к остановке подъезжаю, не ори. Они пойдут или нет, или что? Закрываем. Открываем. Так, граждане пассажиры, а что надо сделать? Здравствуйте. Так, подождите, это челночный рейс. Значит, мы тут еще и должны пассажиров проверять, что ли? Сакия Кош. Есть такая. А, мне надо трех пассажиров взять. Понял, как здесь челночные рейсы? Так, ты у нас кто? Лукас. Лукас Шварц. Поехали. Амелия Джонсон. Есть такая. Ну а вы, дамочка, извините. Вы кто? Секрет Джексон какая-то там. Все, поехали. Тогда садимся. Они сели или нет? А, они сели. Ребят, у вас всего трое, да? Ну все, окей. Мы едем в конечную остановку. Вот оно что такое у нас, челночный рейс. То есть мы с отеля забрали. И, собственно, поехали. Блин, ну вот это прикольно. Не по остановкам гонять. А чисто приехал, забрал и поехал их увозить. Короче, заказной. Заказной автобус. А куда они едут, интересно? Не в аэропорт ли случайно? Давай посмотрим. Двумя способами можно посмотреть. Можно просто карту посмотреть, да, докуда их вести. Да, блин, в аэропорт. А. А можно, конечно, посмотреть в своем телефоне.
Это здорово, мне нравится. У меня, по-моему, там еще был. Вот опять, а как узнать вместимость? Надо, блин. Потому что здесь сейчас, я говорю, появились рейсы, которые пишут, сколько человек поедет. Я понимаю, что там 3, 5, 7, там 9, 11 я еще возьму в этот автобус. Ну, в эту маршрутку, да. Ну, давай, пусть это будет Mercedes Sprinter. Есть у меня чуть побольше автобус. Да, там, допустим, если... Ну, я вообще хотел его на экскурсии пустить. Ну и есть МАН, соответственно. Ну это вообще большое. Вот, а как узнать вместимость мне этих автобусов? Наверное, где-то это все-таки при покупке есть. Где тебе пишут характеристики данных авто. Ну, мы посмотрим их. А, ну что там, дружки, корешки? Мимо пляжа едем, напоследок искупнуться не хотите, а то сейчас улетите с острова. И все. Когда вы сюда еще приедете по путевке? Не, может, конечно, кто-то каждый год приезжает. Но если это... А я уж забыл, какие это острова. Ну ладно. Не суть важна. Видимо, дорогие здесь курорты. СМС-ки какие-то летят. Точнее, то ли WhatsApp, то ли Telegram. ВКшечка, да? Подожди, с работы пишут. Сейчас быстренько отвечу. Сори, блин, но не могу не ответить. Рабочие моменты. Я надеюсь, они на 10 заказывали маршрут. Учетом, что за 2 часа до начала регистрации мы все-таки приедем. Как положено. А не тика в тику. И, кстати, водитель вот этот, которого мы первого наняли, он мне вчера, блин, собака пожаловался на зарплату. У него там что-то 950 было, я ему сделал косарь, короче, ну, на полтинничек поднял. Все, они там уже приедут.
И он попал в аварию у меня, представляешь? Он что-то вообще мне не нравится, ноет, ноет постоянно. Зарплатой недоволен, работой недоволен, сильно устаю. Да пошел ты нафиг, когда я его уволил, нахрен. Хотя, блин, он такой, работает без жилья. Так, я понял. На камеру приехали, ну ладно. Аэропорт. Так, ну, ребятки, я надеюсь, не опоздали вы на свой рейс. Так, а нам по басу говорят езжать. При выполнении челночного рейса пассажиров перевезено правильно трое. Что-то там еще было написано, я не успел прочитать. Окей. Так, ну что, нам домой? Так, а давай-ка посмотрим, что у нас следующее. Так, это не то. Планирование, да? Да. Так, следующий наш заказ. Здесь на чем мы едем? Вот здесь на Мани мы едем. Это будет 8 числа. А здесь 8-го. На 906-м. Здесь 11.00, 8-е. А тут 18. Так, ну а чё? У нас получается челночь на 5. Нам до 8-го надо мотать. Откуда мы их забираем? А это такое же, что ли? Давай до сюда мотаем, да и все, и не паримся, едем просто. Сейчас надо узнать, откуда забирать. Так, это, я так понимаю, будет конечка, наверное. Да, это вот отель. Ну и все, отличненько. Только вот, блин, он маршрут там сейчас хрен проложит, да? Ладно. Это, конечно, хреново. А, нет, смотри, проложил.
едем, забираем людей. В 11:00 надо их забрать. Отеля забираем. Так, а что, зачем у нас тут по кругу опять ведет куда-то непонятно? Все, выходим вот сюда. Выходим вот сюда. По-моему, с того же, да, отеля. Смотри, я в топку дал, и он топить начал. Блять, ударил машину. Это из-за грузовика. Это не я виноват. Это грузовик, собака. Да, а этих дружков-пирожков мы не в аэропорт же везем. А ну-ка. Не, а. Океан Dream Resort, Cool Runnings какой-то там. Нравится местность, вот даже несмотря на то, что маленькая карта, блин, интересно все равно по ней кататься. Тут она не везде одинаковая, знаешь, там где-то пески, где-то зелень, где-то равнина, где-то вот такие вот горы. Блин, классно, все равно как ни крути, мне нравится пока что игрушка. Вон, смотри, как вот. Вдоль побережья, да? Точнее, вдоль берега. Здесь будет, конечно, проблематично. Придурок, твою мать! Почему он не поворачивал? Так, а что это у нас за домик? Интересно. Причем он горит. Ну ладно. Или что, давай заедем, выясним. Или это площадка, которая для автомобилей. Давай заедем. У
нас время есть. Или это мы себе можем купить? Пойдем глянем. Нифига себе, вилла 3 200 000. Пойдет. Слушай, блин. Смотри. Классная, да? Ее надо будет обставить еще потом. Двухэтажка. Мы возьмем себе такую. Когда-нибудь. Когда мы станем богатыми-богатыми, когда у нас будут много автобусов, и когда мы уже рейсы будем выполнять. Только для того, чтобы просто не сидеть дома. Так, ребята, давайте, у меня 10 минут осталось, мне надо забрать людей. Ну, блин, за эти рейсы платят мало, конечно, вот за вот эти. Как они тут называются, челночные или какие-то, блин, что нам сейчас 950 всего заплатят. По идее, они должны быть дороже, правильно, чем ты просто развозишь там по остановкам. Тут ты конкретно едешь, ну, фактически такси. Тирану покрышку. Я просто уже спешу, хотя, наверное, зря. Как-то я вроде успеваю. А, были, да, это же там, где как раз таки замок вот этот вот. Да, это же это место. Ну, отель этот вроде как. Но они почему-то на остановке. А, ну да. Хотя нет, я-то их тогда... Прошлых я прям с отеля забрал. А эти на остановке стоят. Так, 56. Нам автобус наш позволяет тут прям развернуться. Сейчас мы вот так вот сделаем. Это новый отель, да? Мне все равно выходить, билет проверять. Так, подождите, дамы и господа. Но автобус прибыл к вам вовремя, так что не нужно только человек. Так, Анна Мюллер. Есть такая. Merci beaucoup. Алло,
Здравствуйте, Грессо. Грессо, у вас нет списка. Женева, Грессо. Прошу прощения, до свидания. Меньше густо. Так, Давид Мариани. Есть такой. Грабиас. Мальцайт. Вильямс. Вильям Вильямс, есть такой. Мунцо густо. Мануэль Алонсо. Есть такой. Грабиас. Так, кто тут у меня еще остался? Так, у него пропал значок. Здравствуйте, Стелла Лэнш. Есть такая. Ну, это тоже есть, да? Беатрис. Барбари. Нет? Есть. Все, дамы и господа, проходим в автобус. 6 из 6. Так, все сели, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Блин, а чё вы все на одну сторону-то уселись? Ладно, как вам будет удобно. Все, поехали. Довезу, как говорится, в комфорте и с ветерком. Так, погоди. Опа. Возьму свою электроночку. А теперь можно ехать. Музычка есть, комфорт есть, ветерочку мы вам сейчас добавим. Дамы и господа, тут неподалеку продается, скажу вам по секрету, домик, ну стоимость его, конечно, кусается, 3 миллиона с лишним, вилла целая. Но очень красивая. В следующий раз приедете к нам на отдых. Может быть, уже приедете не только на отдых, а за недвижимостью. Вот въехал в него. Нормально, они тут тоже бьются, что ли?
Никого там сзади не тошнит? Могу помедленней. Не надо, да, помедленней? Хотим побыстрее. Ну ладно. Как скажешь. Блин, ну ты же вот это ж пеха, да? Какая-нибудь тройка там, блин. Может пятерка, хер его знает. Вообще не едет, ты, блин, останавливайся еще на этих поворотах. Хотя тут вообще никто не едет, там еще и грузовичок он впереди. А держит-то не грузовик, держит вот этот вот белый минивэн. Так, по топливу, по топливу. Не просись бы нам по топливу. Ну, полбака-то, наверное, у нас еще есть. Почему они по автобусной линии едут? Поскольку я знаю, это правилами запрещено. Почему-то опять приезжаем в аэропорт, хотя там не было написано аэропорт. Ну-ка, стой. Улунингс. Байк рентал. Улунингс. А, ну да, мы дальше идем. Просто проезжаем через аэропорт. Блин, опять на камеру попал. В сам аэропорт не заезжаем, просто тут разворачиваемся. Блин, что-то я не могу понять. Вот тут развязки, ё-моё. Здесь он, по-моему, по длине пишет, что вот это средний. Длинный я вчера катал. Что-то около
Ну, около 45-50 минут. Ну, вот средний, да, как раз таки полчаса получается на рейс. Короткие вообще, наверное, минут 10-15. Я бы, знаешь, что сделал, если вот такие рейсы, как бы тут есть, ну, чисто когда под заказ ты приехал, забрал людей и увозишь их там, ну, куда-то там. Все-таки надо их до определенного времени увозить. Ну, да, в смысле высаживать, что это. Ну, а, блин, они же не просто так заказывают себе отдельно машину, да, там не хотят ехать на автобусе. Значит, им нужно быстро. Так, все правильно. Все отлично. Две аварии, блин, дорожный радар. Мы перешли на уровень 6. Ну и все, едем в офис. Вот здесь особенно на автобусе тяжело, когда вот так вот еще тачки припаркованы, блин. Давай, мы уж поедем. Так, а заправка у нас здесь есть по пути? Так, давай на заправку сначала, потом домой. Надо заправить автомобиль нам. Так, она... О. Блин, что ж вы так боитесь? Ну у вас же свободная полоса, ну и так езжаешь ты по ней. Перестроишься потом на кольце, если тебе куда-то надо. Прям на ровном месте создают, блин, аварийные ситуации. Блин, я на этой заправке вообще часто заправляюсь. Хотелось бы здесь, конечно, дождь. Хотелось бы снег.
Было бы классно. Блин, до полного залили 100 баксов. Да фиг с ним, мы, грубо говоря, 1800. Да, да даже 1900. А, ну да, мы на передаче же не заведем. За два рейсика подняли почти 2000, на соточку заправились. Пойдет. Так, а нам же теперь надо переставить маркер. Блин, пойду-кали машину, конечно. Блин, две аварии, там одна. Я бы поназначал сейчас этих, видишь, своих водил. Ну, на этот самый. На маршруты. Ну, блин, у меня теперь получается нет маршрутов с лицензиями, блин. Я поснимал, блин, думал, они-то останутся, что я их потом просто обратно заберу. А вот так вот мне нужен их автобус, да, у них каждый день рейс, ну... Надо выбирать время, значит, снимать их с маршрута. Не забирать маршрут, а просто водителя снимать с маршрута. Все. Ну, блин, чем больше водителей здесь будет, конечно, здесь прям ты запаришься. Мне кажется, они могут как-то сами ездить на этот самый, блин, на обслуживание, на СТО. Или я должен у них забрать автобус и увезти на СТО, что я не знаю. А, оставлять мы можем машину где угодно, потому что если я с нее, если уйду, что я не являюсь водителем данного авто. А оно исчезнет просто и все. Так, ну вот, собственно, пока что на этом наши поездки на сегодня закончились. Так, закрой дверь. Да не надо, блин. Дверь закрой. Молодец. Вот, на этом, значит, что? Блин, смотри, какая грязная. Надо на мойку ехать, но надо будет это запланировать все дело. И на моечку съездить. Ну-ка пойдем посмотрим, когда у нас будет свободный денек. Давай маршруты посмотрим. Ну вот с лицензиями есть. Блин, 1300, прикинь. Смогу кого-нибудь сюда назначить? Так, этот у нас катает.
Блин, ман я ему не дам. Ну давай так. Так, на вот эту тоже могу назначить, да? Пусть он пока тоже на вот этой катает, на 906. А, и еще я хотел посмотреть. Так, на 9 у нас здесь. Что значит час 05? Или все-таки это то время, которое тебе дается на доставку? Наверное, да, смотри. Куда? А, ну а тут только я могу назначиться. Это у нас все рейсы на 9 число, на завтра. Не совсем, блин, пока еще удобно мне. Вот мне же надо знать, что у меня там на 9. Так, 8, 8. 11, 13, 14. 8. Еще одна поездка. Так я же ее только что вроде сделал. А нет, это она будет на... Угу. Ну ладно, я тебя понял. На 10, на 10. У нас на 9 в принципе нету нифига. Девятая нету. А это все три у нас на 9. Тут 23 пассажира. Ну вот. А здесь? А сколько? На 7 часов, что ли? Поездка на 7 часов. Но она и 7000 стоит. А тут на 7.05. Давай мы вот эту на 9 попробуем взять. Попробуем назначить себя и возьмем мана. Может, на ней на мане тогда прокатимся. Давай сделаем именно так. Но это завтра только. Тут с отеля Коста Марина в аэропорт забрать за 3700. Блин, 23 пассажира. Я могу вот этот взять? А ну-ка, стой. Давай-ка мы посмотрим тогда. Типа транспортные средства. Новый, тут есть описание где-нибудь? Тут нет нифига, сколько он в себя садит, прикинь. Это хреново, я тебе скажу. С другой стороны, смотри. Если он нам дает в заказах возможность назначить этот... Ну, хотя он скажет, вы не всех пассажиров, да, перевезли. У нас это на 7 часов на завтра, да? 9. А этот на сколько часов? А этот на 10. Ну, там на 7. И час где-то он выполняется. Ну, давай рискнем, возьмем что. Ну не на 906. А вот этом поедем.
Но этот пока не беру. Так, ну у нас прям дофига. Ну, у нас один водила, по-моему, простаивает. Смотри, тут везде я. Этот Тарк ездит. Ну все. Давай мы сюда вот этого назначим. А тот пусть отдыхает. Ну а что? Остальные все наши. Нам надо это все делать. Это, блин, разовые. Так, ну, все равно, смотри, маршрутов дофига. Маршрутов дофига. Опа. А здесь у нас никто не назначил, что ли? Интересно, как так получилось? А, ну я отсюда этого... Нет, я его отсюда не снимал. Давай на этом тоже. Блин, офигеть. А сейчас, если пойти в календарь, посмотреть. У нас на 8 получается, на сегодня поездка запланирована. Тут он пишет даже 2. Здесь 1. Здесь 2 поездки водитель. И тут 1. Ну ладно. А тут, блин, 2 моих получается на 8. А как мы можем... На 8, а где там мои на 8? Что-то ничего не могу понять. Блин. Вот тут, конечно, этот менеджмент немножко. Так, 8 раз. Ну да, 8 2. И на 8. Так вот 8 3. Эту не сможем выполнить, или сможем? Да вряд ли. У нас это 18:00, а это уже в 20:01 маршрут. А назначить мы никого сюда, да, не можем. Ладно, как бы, ну, прогорит, в принципе. Я не знаю, дадут штраф за это, не дадут. Так, ну все, на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.